Привет, друзья! Мы поговорили только что в Инстаграме с Люцией Усмановой. Значит, очень глубокие были вопросы. Она поставила эти вопросы. Я пытался понять эти вопросы, задавал свои вопросы. Посмотрите, я сделаю ролик, они мне пришлют оттуда из Инстаграма сюда. Я здесь поставлю в Ютубе. А вчера я делал ролик о том, что туман в голове, а ясность, туман в городе, в Москве и в других городах, а ясность в уме, в голове должна быть. И там мне пишут действительно очень интересные комменты, спасибо всем, потому что и такой коммент был. Вы о чем говорите, слушайте? Вы хотите голову в песок, что ли? Ну как это в голову песок? Я не говорю о том, что в голову песок. Я говорю наоборот. Все проблемы, особенно актуальные, которые весь мир волнует, эту проблему тоже, когда мы используем стресс для того, чтобы... Как стресс-трамплин используем для того, чтобы решать проблемы нерешаемые сегодня. И вообще в жизни каждого есть проблемы, которые решить невозможно. Как ему кажется в этот момент, потому что он находится в определенном состоянии. А когда он из стресса выходит, он может увидеть это по-другому, с другой стороны, с разных сторон. Потому что он подключает к решению задачи конкретной весь опыт бессознательных механизмов, всю память генетическую. Все поколения, ну, то есть он подключает такую базу данных, такую так называемую ноосферу, что вся Вселенная подключается. Все, что он читал, слышал, видел во сне, все там синергируется для того, чтобы получить правильный ответ. Да, это серьезные дела, это я не предлагаю, допустим, там мы не знаем туман из чего, из радиации или там еще из чего-то. Я не предлагаю не обращать на это внимания, Боже упаси. Я говорю о том, чтобы не зацикливаться, не впадать в панику, не зауживать свое внимание на страхах, тревогах, которые вот этот стресс тогда разрушает, а перевести эту энергию стресса в желаемом направлении. Если вас волнует, а что же это такое, так поставьте себе эту задачу. Я для того, чтобы голова лучше соображала, вот о чем я говорю. А так я не знаю это, что такое, как, наверное, никто сегодня не знает. Ну, давайте думайте, кто хочет, но чтобы хорошо думать, используйте это. И вот у нас будет послезавтра ликбез бесплатный, очередной. Объявление будет. И вы, пожалуйста, туда выходите, в Zoom готовьте, пожалуйста, Zoom готовьте. Потому что, когда вы выходите в Zoom, я вас вижу, вы задаете вопросы, я могу дать развернутые ответы, так как я понимаю ситуацию по тому или иному вопросу. Да, пожалуйста, готовьте Zoom. Это очень просто. Мне он постоянно звонят, как вас, к вам попасть на личный прием. Слушайте, так просто, кнопку нажмите, подпишитесь на канал YouTube. Так просто, возьмите Facebook мой, посмотрите. Да, стрессу. Сайт, ихасай.ру сайт, да, и вы будете в теме, я для новичка говорю, который не знает, что такое ключ. Могу сказать, самый лучший метод в мире по скорости, простоте и эффективности, да, уже часть в учебнике стоит для детей. Ну что вы, нам стыдно уже не знать, что такое ключ, ну что вы. Я уже основан на том, что вы и сами делаете, просто делаете неосознанно, и поэтому, когда вы делаете это как упражнение осознанно, то, что вы делаете и так инстинктивно, то, что вам помогает решать вопросы, да, то у вас получается двойная, тройная, пятерная, шучу, с пользой, да. Я юморист, знаете, а картина-то у меня, вот. Как из Вселенной появляются цветы. Видите, там как все закручено. Друзья, до встречи. До встречи. Дело в том, что на ликбезе мы делать будем разгрузку с перезагрузкой. Мы будем учиться выходить из большого стресса.
на состояние нуля, это состояние умиротворения, безмятежности, комфорта, это ощущение вечности, когда у вас за 2-3 минуты появляется вечность. А эта вечность – это состояние, когда вы любой вопрос можете рассматривать с разных точек зрения, как будто 100 лет вы над ним работали, а вы это делаете за несколько минут. Это же потрясающая вещь, вот что такое ключ. До встречи, друзья.